Какой напарник, Анатольевич? Я работаю один. Сань, мы в веке высоких технологий. А он отличный хакер. Анатольевич? Да ты его знаешь. Это внук Тамары Климовны, моего первого шефа в разведке. Нет. Бабуля. Саня! Здорово! Блин, сколько лет, сколько зим! А ты почему вырядился, как Тарзан? Да я сполоснулся у тебя. У меня горячую воду отключили. Я этим полотенцем себе морду вытираю. Сорян, простернул. Давай, садись за стол, друг. Ты мне не друг. Не говори так. Ты один за мной в Берут вернулся. Потому что ты проспал эвакуацию.